Всем привет, с вами Романчес, и сегодня мы разберем простые и эффективные ловушки в защите каракан. Именно на эти ловушки вас будут пытаться выловить как минимум в блиц, так что смотрите видос, чтобы не влипнуть в этом дебюте. Белые начинают Е4, мы отвечаем c6, после d4 играем d5, включаем режим Анатолия Карпова. Это защита каракан. И здесь белые отвечают Е5, задвигают пешку. Одно из самых лучших решений для черных – подорвать c5 и уже на взятие ответить Е6. Начинаем давить на эту пешку, никуда она не денется, в результате мы ее отыграем. Однако вернемся немного назад, после того, как белые задвинули Е5. Здесь еще есть ход F6. Это не ошибка. Но ход довольно неудачный, потому что ослабляется королевский фланг. Сейчас у белых нет хода ферзь h5 шах, потому что просто ответим g6, нет проблем. Но здесь они играют слон d3, и это уже решающий момент. Здесь есть несколько вариантов. Если вы поспешите ответить конь d7, хотите как-то уже развить этого коня, то все уже заканчивается здесь для черных. Прилетает ферзь h5 шах, закрываемся g6. Здесь уже белые могут просто пожертвовать ферзя и в результате поставить нам мат слоном. Отмотаем назад после хода белых слон d3. Если здесь пробить fe, то это тоже плохо. Получаем все тот же ферзь h5 шах. И король уже должен отходить на самом деле на d7. Потому что на g6 белые пробивают слоном. И мы не можем взять слона, потому что теряем ладью. Таким образом, в этой позиции у черных есть только один правильный ответ, это g6. И тогда на конь f3 уже забираем fe, конь забирает нашу пешку, и отвечаем слон g7. И посмотрим на еще одну ловушку в защите каракан, e4, c6, d4, d5. И здесь конь c3. Ну тогда de, конь бьет e4. И лучше всего здесь черным отвечать слон f5 на конь g3. Соответственно, слон g6. Это нормальная позиция. Однако отмотаем назад к позиции после размена на e4. Если здесь сыграть конь d7, то это менее удачно. Тогда белые отправляют своего коня на g5, кругосветку, хотят установить нам ловушку. Лучше всего нам просто продолжить развитие путем конь f6. И плохо здесь отгонять этого коня путем h6, потому что белые ответят конь e6. И сейчас выясняется, что если мы заберем fe, то получим ферзь h5 шах и мат 2 хода. Поэтому в этой позиции у черных остается только один ответ, это ферзь b6. Тогда белые разменивают там слона, и борьба продолжается. Если вам понравились ловушки, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. Всем пока!